Интернет-портал «Добродел» начал свою работу в конце 2015 года. За это время на сайт поступило более 14 тысяч обращений от жителей Ленинского района. Большая часть жалоб касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. С 1 июля портал стал более удобным. Упростили процесс подачи обращений от граждан. Также детально проработали механизмы и сроки решения проблем. Мы хотим, чтобы максимально сократить срок прохождения документа. То есть у нас сейчас везде в администрации, везде стоят документы, кабинеты, МСЭДа называется, это электронная система документооборота, где документ в течение там 3 часов может упасть в кабинет непосредственного исполнителя. Основная задача, чтобы житель получил ту услугу, которую он должен получить. Сейчас к работе важно подключить и управляющие компании районов. Каждый необходимо будет установить так называемые кабинеты электронного документооборота, чтобы сотрудники коммунальных служб следили за обращениями граждан и решали проблемы в кратчайшие сроки. Наши сотрудники, которые отвечают за добродел, за установку электронного документооборота, они будут работать в консультационном режиме, соответственно, помогать полностью и управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям, для того, чтобы они смогли установить и максимально быстро обучить своих сотрудников для работы в электронном документообороте. Иногда за неделю на сайт «Добродел» может поступить от жителей только Ленинского района порядка 400 жалоб, на которые представители различных служб должны не просто дать ответы, но и решить в течение 8 рабочих дней ту или иную проблему. Также на портале теперь будут проводиться голосования и опросы, позволяющие каждому жителю выразить свое мнение и принять участие в процессах, происходящих в регионе. Ирина Бокова, Константин Брылов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».